Огромное спасибо всем спонсорам канала, а также всем тем, кто ставит лайки, пишет комментарии и делает репосты моих роликов. Только благодаря вам мой канал растет и развивается. Ну а теперь продолжаем. Последний человек, глава 191, 192 и 193. А если в следующий раз ты хочешь не 3 главы, а 4, давай под этим роликом наберем 2500 лайков. Я знаю, что вы можете это сделать, потому что вы уже делали это. Ну а теперь приятного просмотра. Они сказали, что Гао Фэй восстановится завтра, поэтому они уходят. Так быстро? Кто бы мог подумать, что Лоланша тоже была эволюционировавшей. Как только они уйдут, мы снова будем жить в страхе. Мне кажется, что нам следует уговорить их. Лоланша может согласиться взять нас с собой, если мы попросим ее. Но она эволюционировавшая. Ей до нас нет абсолютно никакого дела. Для нее мы недостойны даже того, чтобы быть приманками. Забудьте об этом. Зная ее характер, она не возьмет никого, кроме Жуйсюэ. Не говоря уже о всей нашей группе. Запомни. Если Лоланша действительно захочет взять тебя с собой, ты откажешься. Не смей забывать о том, кто ты такая. Ты бы все равно не посмела. И у меня есть идея. Мы просто должны сделать их одними из нас. И проблема будет решена. Ты планируешь привести их туда? У тебя есть идеи получше? Но мы едва смогли сбежать в прошлый раз. А теперь мы собираемся вернуться туда? Все должно быть нормально, раз Лоланша такая сильная. А что, если они умрут? Что будет с нами? У нас не будет проблем, если мы не станем заходить слишком глубоко. Но у нас не получится заманить ее туда так легко, верно? Конечно, нет. Однако, у нас есть Жуйсюэ. Жуйсюэ, все рассчитывают на тебя. Клянусь, тот, кто соврет, попадет в плохое место и никогда оттуда не выберется. Мы дали друг другу обещание. Да, мы всегда будем друзьями. Она здесь. Лоша. Они ушли? Да. Тогда рассказывай. Я хочу кое-что тебе показать. А? Что это за знаки? Строго говоря, мы были заражены вирусом. Прямо сейчас я боюсь, что я ничем не отличаюсь от зараженных. Кроме того, что я сохранила чистое сознание. Мы собирались отправиться в город Ланхуа, но по пути набрели на место под названием Округ Лихуа. И там мы столкнулись с ними. С ними? Странные цветы. Больше любых растений, что я когда-либо видела. Они еще выбрасывали какие-то странные споры. Вдобавок ко всему, зараженные, которых мы видели там, были зелеными и намного сильнее обычных зараженных. Мы поранились о заросли, пока сбегали. Никто не придал этому особого значения. Но было уже слишком поздно. Мы заразились. И теперь мы прямо как они. Вынуждены питаться свежей кровью и сырым мясом. У нас даже есть неутолимая жажда человеческой крови. Я уже мутировала. Я больше не человек. Получается, что тогда вы хотели убить меня? Нет, у меня не было такой цели. Ты должна верить мне, Лоша. Я твоя близкая подруга. Может, у тебя и не было. А что насчет них? Если бы я не была эволюционировавшей и Гао Фэй не появился, я практически уверена, что они бы попытались сделать это. Смогла бы ты остановить их? И вы сейчас довольно долго общались. Они ведь послали тебя не для того, чтобы ты призналась, не так ли? Они хотят сделать вас одними из нас. Что? Если бы это произошло, у вас бы не было другого выбора, кроме как жить с нами. И с вашей силой нам бы никогда больше не пришлось голодовать. Каждый день я живу на грани, боясь того, что за мной будут охотиться зараженные. И печалясь от того факта, что больше не смогу жить с людьми. У меня не осталось выбора. Все, что я могу, это быть с ними. Лоша, я не хочу предавать тебя. Ты моя лучшая подруга. Прошу, возьмите меня с собой. Я хочу покинуть это место. Уйти от этих монстров. Прошу тебя.
Жуй Сюэ, у меня есть вопрос. Ты все еще помнишь наше обещание? Конечно, помню. Мы всегда будем друзьями. Хорошо. Тогда пришло время разобраться с этими волками в овечьих шкурах. Где они? Они должны скоро прийти. Жуй Сюэ не предала бы нас, верно? Можешь не сомневаться. У нее кишка тонка. Как только Лаланша придет сюда, можно будет считать, что наш план сработал. Если эти двое будут на нашей стороне, мы больше никогда не будем голодать. Они здесь. Отлично. Прячьтесь. Смотрите, чтобы вас не заметили. Они вошли, но почему заросли не двигаются? Кто знает. Видимо, прямо сейчас они крепко спят. Будучи невероятно жестокими все остальное время, мы должны проявить терпение. Пока они остаются здесь, рано или поздно их атакуют. А? Куда она делась? А, что это? Пушечный выстрел? Граната? Что за... Хотите попробовать? Что за мощь? Как он может быть настолько сильным? Чего вы ждете? Бежим! Как такое возможно? Он мгновенно расправился со всеми. Какого черта? Почему он настолько силен? Скучала по мне? Да. Понятно. Теперь я понимаю, что ты всего лишь предательница. Сучка, ты предала всех и теперь смеешь противостоять мне? Заткнись. С меня хватит. Ты с самого начала обманывала и использовала меня. Ты говорила, что другие люди не примут нас. Что мы должны объединиться как одно племя. И все это было ложью. Я все рассказала Лоше. И даже узнав правду, она не отвернулась от меня. Все это время ты просто обманывала всех. Ты просто пользовалась нашим страхом. Жуй Сюэ, успокойся. Я разберусь с ней. Лоша, прошу тебя. Лоша, нет. Послушай, я была не права. Но у меня действительно не было выбора. Я хочу выжить. И я просто хотела, чтобы ты стала такой же, как мы. Чтобы мы смогли жить вместе. У меня правда не было никаких злых умыслов, поверь мне. Я ответственная за все, что произошло в школе. Я была виновата во всем этом. Но прошу, не убивай меня. Я действительно не хотела этого. Бей меня, оскорбляй меня, делай все, что захочешь. Но молю, мы ведь были одноклассницами. Пощади меня в этот раз. Прошу. Одноклассницами? А? Когда ты хотела убить ее, ты не совсем это имела в виду, когда называла ее одноклассницей. А? День назад. Мужик, почему ты не сказал об этом раньше? Да ладно тебе. Я знаю, что вы справитесь с такой мелкой волной Орды. Но перед тем, как я уйду, я должен рассказать тебе еще о кое-чем. Сегодня утром я подслушал разговор одноклассников малышки Ло. Вы должны остерегаться этих людей. Черт, я так вымоталась. Что мы надеемся найти в этой дыре? Заткнись. Какой-то неудачник может оказаться погребен здесь. Мы уже 2 дня не пили кровь. Мы можем попытать удачу лишь здесь. Смотрите, там тело. Отлично. Давайте выкопаем его. Это Лоланша. Что она здесь делает? Должно быть, она попала под оползень. Так что нам делать? Похоже, что она все еще жива. И мы ведь одноклассники. Это еда, которая упала нам с небес. С чего бы нам не принять ее? Только взгляните на нее. Бьюсь об заклад, она долго не продержится. Будет лучше, если она наполнит наши желудки. Она принесет себя в жертву, чтобы спасти всех остальных. Она ведь была нашей одноклассницей. Она бы не стала отказываться. Верно? Но раз никто не возражает, я, пожалуй, начну. Нет, мы не должны этого делать. Отойди. Если ты этого не сделаешь, сделаю я. Мы ведь одноклассники. Как мы можем сделать что-то подобное? Самосохранение является первым законом природы. Отойди. Мы ведь говорим о Лоланше. Как вы можете себя так вести? Тогда я был неподалеку и слышал каждое твое слово. Из-за твоей собственной некомпетентности ты хочешь тянуть всех остальных за собой. И ты даже не готова пощадить жизнь своих одноклассников.
Мне действительно интересно, почему ты думаешь, что у тебя есть право просить пощады? Такие, как ты, заслуживают участи еще хуже, чем смерть. Малышка Ло, такие люди, как она, опасны. И если ты не хочешь делать этого, это сделаю я. Нет, я должна сама с этим разобраться. А? Ло Лэнша, прошу, этого больше не повторится. Я сделаю все, что ты скажешь. Прошу, не убивай меня. Умоляю тебя, пожалуйста. Убирайся. И больше никогда не попадайся мне на глаза. Да, уже ухожу. Се Цзиньцзинь убежала. Что нам делать? Мы уходим. Мы тоже уходим. Бежим. Дашь им уйти? Я не хочу стать такой, как они. После всего произошедшего она сохранила в себе человечность. Кто там? Что такое? Мне кажется, за нами кто-то наблюдает. Ты уверена? Я никого не чувствую. Наверное, мне послышалось. Давайте возвращаться. Ты действительно стала немного лучше. Я не ожидал здесь увидеть зараженные растения. Похоже, что впереди нас ожидает еще больше трудностей. Как твоя нога? Я могу ходить, но мне нужно больше времени, чтобы полностью восстановиться и быть готовым к битве. Все эволюционировавшие восстанавливаются настолько быстро. Разве его кость не была сломана? Дыхательная техника, которую мы только что выполняли, не только увеличивает скорость нашей эволюции, а также помогает нам контролировать наше физическое состояние. К тому же Гаофэй сейчас на второй стадии, поэтому он намного сильнее. Как только мы найдем старшего брата Тяньченя, он и тебя научит этому. Правда? Конечно. Пока ты остаешься честной, ты одна из нас. Спасибо тебе, Лоша. Ты слишком добра. Ты такая дурочка. Мне сейчас так стыдно. Я собираюсь принять душ внизу в ей реки. Скоро вернусь. Душ. Ай, больно. Се Цзиньцзинь, это все твоя вина. Это ты хотела разобраться с Ло Лэншой. Пошли вы. Почему вы не остановили меня тогда? Сейчас уже нет смысла винить меня. Мы все ранены, и мы потеряли источник пищи. Что нам делать? Слишком больно. Ло Лэнша и этот эволюционировавший могли бы обойтись с нами полегче. А? Жуй Сюэ? Предательница, ты правда посмела вернуться к нам? Если бы ты не рассказала им, все бы закончилось по-другому. Ты... Я так долго ждала этого момента. Стань частью моей силы. Не стесняйтесь. Теперь ваша очередь. Нет. Наконец-то. С этой силой я могу сравниться с эволюционировавшими. И та дыхательная техника, о которой говорила Лоша, кажется достаточно неплохой. Если я выучу ее, возможно, моя сила вырастет еще больше. Однако, до тех пор я должна тщательно скрывать ее. Так ты все-таки выбрала этот путь? А? Жуй Сюэ, ты очень сильно меня разочаровала. Озвучил Кокос. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить продолжение. Также не забывай ставить лайки, писать комментарии и... что-то я запутался. В общем, ты меня понял. Не забывай выполнять все YouTube ритуалы. Ну а если в следующий раз ты хочешь не 3 главы, а 4, давай под этим роликом соберем 2500 лайков. Ну а если ты хочешь пообщаться со мной, заглядывай скорее в группу ВКонтакте или на Discord сервер. Ссылки на все это добро ты найдешь в описании. Ну а на сегодня все. Большое спасибо за просмотр, до скорых встреч и пока!